Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 49. Почему Христос крестился в 30 лет, а нас крестят маленькими детьми? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. В крещении омываются грехи человека. Книга Деяния, 22 глава, 16 стих. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Книга Деяния, 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Дети рождаются во грехе. Псалом 50, 7 стих. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Христос был единственный безгрешный человек, потому он и не рисковал умереть в грехе. Откровение 15 глава, 4 стих. «Ибо ты един свят». В первоапостольской церкви крестились в зрелом возрасте. Так Иоанн Златоуст крестился в 22 года. Хотя мать его, Анфуса, была глубоко верующая. Царь Константин отлагал свое крещение до смертного часа, так как тогда верили, что грехи, совершенные после крещения, очень и очень трудно прощаются Богом.